на кого-то обижались, что-то пренебрегали. А может быть, это была ступенька для того, чтобы стать выше. Возможно, это была дверь в лифт, чтобы вас поднять вообще на высоту. Но мы пропустили какой-то момент. И мы ясно знаем это. Сегодня тот момент, когда мы можем сказать: Господи, прости. Прости, я хочу покаяться. У нас еще есть возможность, покуда не отступил Господь, покуда не разрушил, потому что с некоторыми Он так и поступит. Мы имеем возможность изменить свои отношения с Ним и позволить Ему вести нас дальше. Молимся. Аминь.